Тема «Квартирник» с Кириллом. Налетай. Слушай внимательно. Было сложно вспомнить, значит, набрать дуэты, потому что это музыкальный вечер. Музыкальный вечер. Будет много музыки. Не как в формате «Квартирника», а прям вот 16 песен. Это много. Будем не очень много разговаривать, читать стихи. Это, опять же, вечер элитнейших мужиков, когда все пойдет не по плану. Это обязательно вообще как бы вот такой формат. Мне очень понравился он. Значит, дуэт из Тармани, конечно же, мы с Кириллом исполним под аккомпанемент Ромы Савченко и его потрясающей гитары. Ребят, мы споем дуэт на норвежском с Кириллом. Мы споем дуэт на норвежском языке. Значит, потом что еще? Кирилл презентует, значит, песенку с своего последнего концерта, днерожденческого, расскажет про нее немножечко и споет одну на его выбор, на его вкус. Вот я его попросил. Мы споем с Кириллом две, там, одну полторы арии из мюзикла «Дама Пик», который так редко в Москве идет, а мы его исполним. Кирилл в роли Сен-Жермена, Ярослав Байронс в роли Германа Филиппа Александровича. Вот. Короче, я попытался сделать вообще супер, вообще мега клевые подарки, поэтому, ребят, трансляция есть. Приобретайте, поддерживайте нас. Мы на сей раз приобретаем еще роутер, потому что в подвале не ловило, в тот раз был плохой сигнал. Дарим 3 песни из «Ворона». 3! Вот, мою арию, Кирилл споет свою арию, и у нас еще есть целый, ну, сюжетный, не самостоятельный, конечно, так в отрыве тяжело будет слушать, но, тем не менее, интерактивный дуэт меня и Кирилла из мюзикла «Ворон». Противостояние есть такое. Ну, это не назвать дуэтом. Это драматический дуэт. Ну, вы же слышали уже «Ворона», кто слушал на английском языке. Такое, ну, короче, ладно. Музыкальное произведение, где я в образе Эдгара Аллана По соревнуюсь со своим отчимом Джоком Алланом, в роли которого будет Кирилл Гордеев. Вот такой еще подарок мы делаем. Ну и, в принципе, еще пару классных песен, не буду их уже раскрывать. Я думаю, и так клевые подарки я вам уже озвучил. Надо хоть чуть-чуть что-нибудь оставить, чтобы вы сказали: